Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттедже поселке Морской, где хочу взять отзыв у наших новых жильцов, которые у нас взяли вот этот дом, 106 квадратных метров, на улице Цветочная, 22. Давайте пройдем, познакомимся с ними вместе. Это у нас Анатолий и Светлана, они у нас с Екатеринбурга. Пойдемте с ними знакомиться. Да, пожалуйста, проходите. Вот хотим зайти в гости, познакомиться с вами. Очень рада гостям. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Приветствую. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну вот, как бы добрались до вас. Хотим услышать маленькую вашу историю по переезду в город Анапа на постоянное место жительства. Расскажите маленько о себе. Как вы, что, откуда? История такая. В общем, сами мы из города Екатеринбурга, родились, выросли там на Урале, супруга, я бывший военный, на пенсии. Значит, мечта переехать на юг как бы зрела давно, ну, были такие нюансы, пока мы не могли себе как бы позволить, там дети росли, старшие. Ну, тут уже года два назад конкретно решили, все, надо перебираться. В прошлом году мы приехали сюда, на юг, проехали практически все Черноморское побережье, то есть проехали весь Крым, начиная с Южного берега, и через Севастополь вернулись обратно, посмотрели Темрюкский район, Анапский район, уехали аж до Адлера, все просмотрели. Я не помню, по-моему, через интернет нашли вашу фирму «Стройгарант Анапа». Все, мы на обратном пути заехали сюда. Менеджер Катя, очень общительная девушка. Все, она все рассказала. А теперь, говорит, пойдемте, я вам все покажу. Все нам показала абсолютно полностью. Мы прошли все проекты, все посмотрели. Нам понравился вот именно этот проект 106. Все, мы сказали, мы подумаем, уехали. На следующий день приехали снова. Уже спрашивали условия. Какие условия для покупки. У нас конкретные вопросы уже возникли, и мы именно... Да, возник вопрос, сколько первоначальный взнос. Катя сказала... 500 тысяч, ну мы так прикинули, мы сможем найти 300, к примеру. Она говорит, я переговорю, переговорила, говорит, не вопрос, все, 300, значит 300. Но мы нашли 500. Прошли всех соседей, кто уже здесь живет, поговорили с ними, как оформляются документы, как все это происходит. Я немножко разбираюсь в строительстве, прошел, посмотрел, как закладывается фундамент, как армируется, как заливается, все это посмотрел. На третий день мы поехали, несли... предоплату. Возражения, в общем, у вас развеялись, да, как понимаю? Ну, какие-то. На 90% мы уже были уверены, что все будет нормально. Потом возник вопрос, значит, с дальнейшей оплатой. Пришли к директору компании «Стройгарант Анапа», значит, я уточнил про газ, будет, нет, он дал 99%, что газ будет, гарантии. Вот еще это нас немножко останавливало. Потом, значит, по оплате начали. Объяснили ситуацию, что у нас там есть недвижимость, нам ее нужно продать. И сразу мы как бы деньги нести не можем. Сказали, не вопрос, давайте составим договор на ваш, ну, на наших практических условиях. Да. Все, мы договорились, что в конце сентября мы вносим очередной платеж. Но мы так прикинули, что мы сможем продать там часть недвижимости. И последующий платеж там в декабре, в январе. В общем, по оплате проблем никаких нет. То есть, если есть у кого-то вот возможность там продать что-то туда-сюда, есть первоначальный взнос, пускай приезжают. Вносит первоначальный взнос, договариваются о рассрочке. Руководство компании идет навстречу вообще практически во всех вопросах. Еще один момент, что мы договорились, что как бы мы за дом еще полностью не заплатили, но можно мы приедем, мы уже будем жить в этом доме. Нам сказали, не проблема, приезжайте, живите. То есть к нашему приезду сделали полностью ремонт под, так, как мы хотели. Мы сами ездили, заказывали стройматериалы, они... Ребята сами ездили, покупали, все здесь сделали. Вот как-то так. Много вопросов. Говорит, вот не продастся, например, недвижимость, там, квартира, дом в том регионе. Говорит, какие там, а потом будут санкции, может быть, еще что-то будет. Как в вашей ситуации было? Ну, по договору санкции были прописаны. Там, я не помню сейчас, по-моему, от суммы залога, если мы разрываем договор, какая-то сумма там незначительная остается компании, ну, за издержки. Тем более, я это понимал, весь риск понимал. Почему? Потому что в проект, который был нам предоставлен компанией,
мы внесли свои извинения. Соответственно, компания понесет свои убытки. Риск был учтен, но он такой был незначительный. Такой еще вопрос. Место расположения от Анапы, от каких-то вот от этих моментов, где, как говорится, вам бы хотелось увидеть, может быть, ближе. Вот море, Анапа, город. Нет, море, я считаю, нормальное расстояние до моря. На машине вот мы ездили, но минут 5 до моря доехать. Чем удобен коттеджный поселок Морской? Здесь, ну, не в шаговой доступности, так, я не скажу, что в шаговой доступности, но в основном сюда приезжают все с транспортом со своим. То есть доехать до магазина на машине, ну, 3-4 минуты. Это, в принципе, ну, Цибанабалка, ну, в Пятихатке мы ездим, Цибанабалка, строительные магазины, пожалуйста, Витязева. Ну, если что-то посерьезнее уже надо, там, пожалуйста, 40 километров до Новороссийска, это, ну, час пути даже меньше. Все под боком, в общем. Да, все рядом, да. Какие-то, может быть, пожелания компании, пожелания нашим вот зрителям по поводу, вот, кто хочет переехать, может быть, что-то стесняется, боится чего-то? Вот. Нам все понравилось, поэтому мы рады видеть соседей новых. Пусть приезжают. Думаю, что много смотрят с Екатеринбурга, будут интересоваться вашими, может быть, контактами, чтобы что-то узнать, спросить, так что вы не против, да? Нет, мы всегда рады, к нам люди уже и приходят, и смотрят. Еще такой момент, когда приезжают из других регионов, боятся, что нет мест в школе, что инфраструктура раз не развита, что в школу тяжело будет ребенка устроить. У нас ребенок ходит в Цибанабалку, это на машине 5 минут. Проблем никаких совершенно не было, мы подошли к директору, нас сразу взяли. Прописка тоже не потребовалась, просто мы показали договор, что мы покупаем дом в коттеджном поселке Морской, что он подходит под территорию. Ну, ближайший. И все, и нас взяли сразу. Что хочу сказать, ну, благодарен вам, что вы вот оставили такой вот отзыв, поздравляю вас за то, что вот переехали, мечта сбылась, живите счастливо, рады будем вам помочь, если какие-то будут у вас вопросы, поэтому спасибо. Друзья, будьте в курсе всех событий, смотрите наш канал «Стройгарант Анапа» и переезжайте в Анапу ближе к морю. Всем пока, до новых встреч!